смерти. Данное когда-то обещание застрелиться не смущало Феликса. Он нашел себе убедительное оправдание. После прочтения брошюры «Эрфуртская программа» у него открылись глаза, он прозрел и стал другим человеком. А отвечать за другого никто не обязан. Однако поступки Дзержинского показывают, что он ничуть не изменился. Как только произошел переворот в его мировоззрении, он тут же бросился открывать глаза окружающим, даже тем, кто вовсе этого не хотел. В 1896-м ушел из гимназии и стал профессиональным революционером. Вел революционную работу в Каунасе. Был арестован и в августе 1898-го сослан на 3 года в Вятскую губернию. Большая советская энциклопедия. Кличка его была астроном, он вел пропаганду в рабочих кружках, на фабриках, заводах. Вот, то есть принимал активнейшую участие в революционном движении. Мода была на марксизм. Все словно немножко сошли с ума, поверив в то, что пролетариат несет в себе какую-то миссию особую. Чтобы ни на что не отвлекаться от революционной агитации, Дзержинский ушел из гимназии. И, видимо, он просто допек рабочих своей энергией. Однажды, когда они с другом пришли на фабрику, чтобы в очередной раз призвать пролетариат к забастовке, их стали бить. Друг Дзержинского после первого же удара отказался от продолжения классовой борьбы и упал. Его оставили в покое, потому что лежачего не бьют. А Феликс Эдмундович проявил свою легендарную впоследствии стойкость. И ему досталось очень сильно. Как разрушали нерушимый союз? У Михаила Сергеевича немножко головка пошла кругом. Как Горбачев возглавил ГКЧП? Это было 28 марта 91 года. А Ельцин был готов развалить страну, чтобы убрать противника. Если бы этого не произошло, то в какой-то форме союз, конечно, мы бы сохранили. Известные мифы и неизвестные факты о гибели великой державы. Владимир Чернышов встретился с участниками роковых событий и выяснил, что произошло на самом деле ровно 20 лет назад. Народная молва и интриги в Политбюро, оказывается, совершенно разные вещи. СССР. Крах империи. Премьера многосерийного документального проекта. В пятницу, сразу после сериала «Глухарь. Продолжение» на НТВ. В любом городе России вы можете участвовать в уникальной акции от «Балтики». Вас ждут настоящие купюры и деньги на мобильный под призовыми крышками. «Балтика». Ищи деньги под крышкой. Великолепный стиль и дерзкий характер. Технические преимущества и надежность. В нем все говорит о готовности к приключениям. Он создан для города и легко откроет для вас маршруты, о которых вы раньше и не подозревали. Toyota RAV4. Открой город заново. Toyota. Управляй мечтой. Лыжа VX200. Только настоящий мужчина оценит структуру сердечника. Место типичной сотовой структуры обычной пчелы заняла сотовая структура гапонского шершня. Неотстегивающиеся крепления повышают уровень адреналина до 500 на